Мы взрослые люди. За плечами у каждого есть опыт отношений, особенно у меня. В конце концов, я же знаменитость. Я, к тому же, очаровательный мужчина. В меня вечно влюбляются. Поцелуй для меня просто пустяк. И к тому же, это было случайно. Тогда просто забудем. Да. Это не важно. И больше не упоминай об этом. Это же было случайно, ничего особенного. Мы все еще друзья, как и раньше. Это не изменится в будущем. Мы не просто друганы, мы братаны. Братаны, что не влюбятся, даже если поцелуются сотню раз. Братан? Госпожа Су! Вот вы где! Господин Сян тоже здесь. Ну, мы тут говорили о жизни и мечтах, как товарищи. Правда же? Да. Как просто товарищи. Конечно, конечно. Госпожа Су, мы пришли, чтобы извиниться перед вами. Мы слышали, что вы поранили ногу мышеловками, которые мы установили в школе, так что мы очень сожалеем об этом. Поэтому мы пришли извиниться. Поклонись. Извините. Снова извините. Не нужно, не стоит. Я уже выздоровела. Все в порядке. Вы выздоровели? Рад это слышать. Хорошо. С вашего позволения, мы не будем мешать вам, учителя, то есть товарищам. Продолжайте разговор о жизни, продолжайте. Продолжайте. Да, мы как братаны, прям как вы. Мы не так уж близки. На что уставился? Тебе тоже кажется, что они странные? Они кажутся немного, чуточку, ненормальными. Как они будут нормальными? Их ученики снова натворили бед. 4 серьезных выговора за раз. Кто бы остался нормальным? Откуда ты знаешь? Объявление об этом вывесили перед уроками. Откуда ты все знаешь? Мне жаль, госпожа Су. В ее классе полно хулиганов. Бедняжка. Чин Яо, Сюй и Чуань и Юанье. Они подрались. Чин Яо, Чин Яо здесь. Чин Яо здесь. Это же он танцевал в видео. Уведомление. Чин Яо, Сюй и Чуань, Юанье, Циньхань. Каждый ученик получает по выговору в личное дело. Разой глаза. Это не мы тайно тебя снимали, а твоя подружка Циньхань. Чин Яо, этот удар? Я не заслужил. Я верну его рано или поздно. Кто знает, сняла ли Циньхао видео тайно, или это ты ее просил? Я думаю, вы двое сговорились, чтобы стать популярным. А это правда возможно. Чин Яо, вчера мы могли опубликовать хорошие комменты. Выходит, ты всех нас обманул. И еще, учитель Су, учитель Су, вы двое заткнитесь. Вечно поливаете грязью. Разве не вы делали те мемы? Я не жалею, что ударил вас, вы сами виноваты. Если снова будете говорить глупости, то я... вымажу вам рожу кремом для рук. Не надо. Мы не хотим проблем. Мы не хотим драться. Настоящий виновник тут. Хватит тыкать нас этим. Чин Яо, мне жаль. Я тайком сняла видео и выложила. Но я никогда не думала, что будет и выльется в это. Я этого не хотела. Мне очень жаль. Я знаю. Каждый раз, когда они издевались надо мной, ты мне всегда помогала. Я верю тебе. Я должна была спросить твоего разрешения. Извини меня. Извинения приняты. Но мне очень интересно, зачем ты это сделала? Я завидую тебе. Завидуешь? Ага. На самом деле, я люблю танцевать, как и ты. Но моей семье трудно оплатить мои курсы по скрипке.
Я не хочу их обременять. Чин Яо, видя, как ты танцуешь, я хотела быть такой же, как ты. Мне не достичь такого. На самом деле, я не ходил на танцы. Не утешай меня. Ты так хорошо танцевал, и ты научился сам? Меня не учили. Мне просто это нравится. Моя специальность — музыка. Танцы — это просто мое хобби. Это близкие направления искусства. Раз я смог научиться, то и ты тоже сможешь. Я сняла тебя на видео, потому что хотела повторить движение. Но я не смирилась с насмешками парней в ассоциации, поэтому я опубликовала видео в интернете, чтобы их проучить. Не ожидала, что хейтеры будут хуже. Все в порядке. Я преподал урок двум хейтерам из нашего класса. Что касается других, я не смогу их контролировать. Со временем те, кто болтал, осознают свои ошибки. И мы можем использовать это время, чтобы стать сильнее. Чин Яо, ты очень изменился. Правда? Но сейчас я сожалею. Если бы я был храбрее в тот день, я настоял бы на завершении танца, как бы они ни смеялись надо мной. И у тебя было бы полное видео. Подожди. У меня есть полная версия. Это же... Да. Когда ты приходил сюда тренироваться, я снимала тебя тайком. Но не бойся. Я обещаю. Это был последний раз. Я не буду так делать снова. Знаешь, в тот день я пришел в зал танцевать, чтобы попробовать еще раз. Но когда я подумал о тех плохих комментах, у меня не хватило смелости войти. В итоге мне все еще не хватает мужества. Я могу тебе чем-то помочь? Ты уже помогла мне. Я? Твоя похвала придала мне мужество. Зауч, подождите, уделите мне минуту. Ноге лучше? Почти. Прошло 20 секунд. Извини, я хочу спросить. Можно ли отозвать выговор Тиньхань? Думаешь, школа — это увеселительное место? А выговор можно так легко отозвать? Но это окажет на нее негативное влияние. Она знала, что это плохо повлияет на нее и других. Надо думать, прежде чем что-то делать. Время вышло. Минутку. Я не согласна. Да, она совершила ошибку. И должна быть наказана. Но не надо делать выговор публично. Теперь ее обсуждают все в школе. Да, она стала причиной того, что Чин Яо пострадал от интернет-травли. А мы не стали причиной ее травли в школе. Так что я думаю, ты... поступила неправильно. Завуч, что? Что я говорил? Мы должны вывесить выговор публично. Это предупреждение для других учеников. Госпожа Сува здесь? Да. Я не хочу вас винить. 4 выговора сразу. 8 класс побил рекорд по количеству выговоров с основания школы. Как ответственное лицо, вы должны задуматься о себе. Бесполезно заступаться за них все время. Вы должны припугнуть их. Когда надо. Я прав, завуч? Скоро совещание. Завуч, не думаю, что ваше предложение будет одобрено. Если они помирятся, и инцидент будет исчерпан, публичное вынесение выговора будет как пощечина. Для вас, может, и да, но для меня... Мне жаль, я буду голосовать против вас на совещании. Ваш голос не повредит моим планам. Я снова обидела свою сестру. Президент, я хочу записаться на конкурс танцев. Дайте мне еще один шанс. Настоящие танцоры не боятся холодных приемов и насмешек. На этот раз я точно смогу показать полный танец. Чин Яо, я говорил тебе. Сейчас мы выбираем танцоров уличных и современных танцев для соревнований. Нам нужно показать мощь и силу, а не грацию и нежность. Но ведь в брошюре написано, что нет ограничений на виды танца.
Но твой танец и костюм действительно очень актуальны и интересны. И твое видео очень популярно. Но другие участники кружка тоже хотят участвовать. Я не хочу, чтобы у других сложилось ложное мнение о нашей ассоциации, так что мне жаль. Я надеюсь, ты можешь понять меня. Чего тайно ко мне приехал? Это тебе. Чего это? Танцевальный конкурс? Хочешь, чтобы я участвовал в новом реалити-шоу? Я не танцую. Это не тебе, это для Чен Яо. Дать это ему? Я слышал, что мест нет. Но он сейчас популярен, поэтому организаторы дали нам место. Это твоя PR-стратегия? Что-то типа того. Почему ты так заботишься о моем ученике? Хочешь стать учителем? Потому что он твой ученик. Да. Что? Свободен. Давай, двигай. Ты что творишь? Вот засранец. Вот я вас и поймал. Вот почему ты так уклончиво отвечал мне. И выгнал меня из машины. А у тебя свидание с красоткой. Тебе конец. Ты попался на месте преступления. Лин Шен, какой ты бессердечный. Тебе не жаль меня? Боже мой. Лин Шен, какая ж ты скотина. Красотка Лин, твой хозяин просто мерзавец. Ты знала? Говорил, у него только одна кровать. Он предложил мне жить с другими, а сам живет один в огромном доме. А ты кто? Лин Шен, ты даже завел нового питомца за моей спиной. Не дуйся. И не драматизируй. Тебе плохо живется в той квартире? Меня заставили. Не представляю, что я пережил. Я должен мыть полы. И туалет мыл своими руками. Я был заперт на балконе, и мой первый... Что ты еще пережил? Ни за что не расскажу тебе, гад бесчувственный. Может, расскажешь? Нет. Ты потерял меня. Уходи, бродяга. Звездочка, что-то случилось с твоим дядей? Сяо Сяовай? Слушаю. Кто самый популярный певец в Китае? Му Чэнь из Lightyear. Ай. Я здесь. Поставь песню самым высоким рейтингом. Хорошо. Сяо Сяовай, измени на песню Му Чэня. Хорошо.
Синьхань, можно спросить, хочешь аккомпанировать меня на скрипке? Я? Серьезно? Если хочешь. Конечно, хочу. Чиньяо так хорошо танцует. Я хочу у него научиться. Гэдзи, хочешь танцевать? Да. Хочу быть как он. Хорошо и петь, и танцевать, и выступать в музыкальном зале. Если от этого ты счастлива, я поддержу. Спасибо, Синьяо. Что это с вами? Здравствуйте, госпожа Су. Мы уже уходим. Братан, с тобой все в порядке? Доктор сказал, что я в порядке. Я здорова. Тан-тан, Джен-Джен. Госпожа Су? Почему ты снова в медпункте? Снова голодаешь, пытаясь похудеть? Тебе снова плохо? Госпожа Су, все не так. Я здесь за результатами медосмотра. Какого медосмотра? Благодаря господину Сяну и помощи Вэйлай, я на здоровом питании. 2 дня назад я был в медпункте для медосмотра. Ясно. Тогда иди. Удачи. Хорошо. До свидания. Учитель Сян. Вэйлой умеет помочь в нужный момент. Кстати, как поживает Вэйлай? Почему она не приходит к нам? Дела хорошо. Она может быть занята работой. Она ведь звезда, а не то, что мы. Вы в хороших отношениях? Ну да. Мы как братаны. Братаны. И только. Проснись, никого уже нет, комары налетят. Ты сегодня устал? Не. И где это? Поторопись. Мы на месте? Здесь.
А нет. Мы опоздали. Здесь такое освещение, словно на сцене, поэтому я и хотел порепетировать здесь. Мы не одни так думали. Это ж Чен Яо. Его дом отсюда недалеко, он пришел сюда так поздно. Кто его знает? Потише, давай посмотрим. Себя так скоро угробит. Эти движения выполнять опасно, без руководства профессионала. Да. В чем дело? Посмотри, как он танцует. Старается, сфокусирован. Он прямо светится. Мы танцоры и сами чуть не разрушили мечту человека, мечтающего танцевать. На аниме же снимали то видео. Мы сделали мемы. Давай так. Поможем ему вступить в ассоциацию. Я думаю, что его навыки правда хороши. Ты серьезно? Ты собираешься помочь ему? Он танцор, как и мы. Тебе не кажется, что его движение намного лучше, чем у некоторых из ассоциации? Юанье, я знаю, что он много работает, но мы одноклассники. Хорошо. Я снял видео. Покажем это президенту. Хорошо? Пойдем. Пошли. Иду. Он хорошо танцевал. Почему он не показал это в тот день? Хорошо, пусть заполнит анкету. Заполнит и приходит. Спасибо, президент. Пойдем. Я так и знал, что ты мягкотелый. Но ты тоже здесь. Мне пришлось. Кто тебя заставлял? Пойдем. А танцкружка, заполни заявление и отнеси. Не рассматривай, печать настоящая. Да. Что вы снова задумали? Не хочешь идти, просто порви. Столько вопросов. Пойдем. Форма заявки. Господин Сян, я не знаю, что Юанье, Сюй и Чуань дали Чинь Яо, но он весь день рассеянный. Но мне неловко спросить. Господин Сян, вы можете спросить? Что опять не так? У всех в моем классе есть какие-то проблемы. Куда он так спешит? Тушить пожар. Какой пожар? Танцевальная ассоциация.
Разве это не интернет-звезда? Зачем ты снова здесь? Помню, в прошлый раз тебе ясно дали понять, что ты тут не нужен. Президент подписал это. Ему и задавайте вопросы. Хватит попусту болтать. Юанье, у самого Тарельца Пушко тебе обумыться. А, точно, ты же из 8 класса. А что не так? Я ошибся? Ну-ка, повтори, раз такой смелый. Вы двое сами издевались над ним. А теперь стали его командой поддержки? Потрясающе. Такая двуличность. Обычное дело для всех в 8 классе. Господа. Вот совпадение. Почему вы около танцкружка? Ничего, мы просто гуляли. У музыки и танцев много общего. И то, и другое искусство. Мы просто ищем вдохновение для занятий. А в этом есть смысл. Не буду мешать вам искать вдохновение. Пойду в другие кружки. Продолжайте. Забудьте, я не буду... Что случилось? У вас много свободного времени? Не хотите танцевать, уходите, не создавайте проблем. Президент, Чен Яо где-то взял заявление и пришел сюда. Это я дал ему заявление. Ты закончил? Пойдем. Но твои прыжки выполнены неправильно. Поэтому трудно добиться успеха. Даже если у тебя получается, можешь получить травму. Я предлагаю тебе позаниматься с учителем. Да, я знаю. Поэтому я и хочу вступить в танцкружок. Здесь есть учителя? Да. В ассоциацию каждую неделю приходят учителя и дают уроки. Просто усердно тренируйся. В прошлом я не относился к твоему танцу предвзято. Просто твой стиль непривычен для нас. Не принимай близко к сердцу. Все нормально. Я все понимаю. Спасибо. Хорошо, практикуйся усердно. Хорошо. Кстати, президент, можно спросить, откуда вы знаете, что я практиковал прыжки? Твои одноклассники их сняли. К счастью, все хорошо. Почему ты здесь? Ребята смогли сами решить проблему. Я здесь, чтобы ты не обжегся, пока тушишь пожар. В смысле? Какой-то бред. Ты сам говорил, что все в классе с причудами. Это огромный комплимент для всего класса. Что ты понимаешь? Ну все, пойдем. Идем. Чего толкаешься? Ну все, я больше не могу. Было весело. Ты помнишь видео, которое я снял? Какое? Вот. Да. Эта часть, это было очень круто. Еще бы, класс. Пойдем. Ребята. Чего тебе? Спасибо. Мы сняли тебя на видео. Ты не сердишься? Я все еще злюсь, но все же хочу поблагодарить вас. Сюй Чуань, взгляни на него. Он подлизывается. По-видимому, да. Нет, все иначе. Я правда благодарен вам. Ну уж нет, я не могу больше говорить с тобой. Боюсь, что ты правда подлизываешься. И мы попадемся на удочку. Пойдем. Платон и Утконос вместе идут в бар. Почему ты пишешь мне в WeChat? Не можешь постучать в дверь? Лин Шен помог Чен Яо подать заявку на танцевальный конкурс. Когда он будет? Через 2 дня. Я беспокоюсь, что если он потерпит неудачу, то его уверенность рухнет, как карточный домик. Кто об этом знает? Никто. Не страшно.
Сделаем вид, что не знаем. Это хорошо, дать Чин Яо шанс. Мы должны доверять нашим ученикам. Что, если он потерпит неудачу? Ну и что? Если так, то мы поможем ему снова обрести уверенность. Если это так просто, верни и мне уверенность. Тебе? Куда тебе еще? Будь ты еще увереннее, ты бы и солнце затмил. Похоже, ты права. Чин Яо не такой хрупкий, как ты думаешь. Он просто немного застенчив. Ничего страшного, не волнуйся. Хорошо. Господин Сян, вы написали план урока? Я спать. Спокойной ночи. Учитель Сян, вы как будущий отец перед родильной палатой. Что ты понимаешь? Пробыв даже день учителем, я навечно их отец. У малыша соревнования, как мне не волноваться за него? В этом есть смысл. Тогда я с вами... Нет. У меня кружится голова, садись. Сядь. Поздравляем Чен Яо с прекрасным выступлением. Завоеванием первого места на таком большом соревновании. Чен Яо, тебе слово. Чен Яо, давай. Ну же, говори. Давай. Говори. 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 Благодаря вашей поддержке я осмелился выйти на сцену и участвовать в конкурсе. Спасибо вам всем, особенно Цинхань, Юанье и Сюи Чуань. Спасибо, госпожа Су и господин Сян. Спасибо. Отлично, хорошо сказано. Госпожа Су, господин Сян, где будем обедать? Я не с вами, у меня встреча с Шеном. Господа учителя, чай с молоком. Мой любимый, спасибо, Линшен. Спасибо. Тебе нельзя холодное. Почему это? Разве у тебя не эти? Что? Как ты узнал? Вы отметили дни в календаре. Все учителя это знают. Да? Ты тоже это знаешь? Ого. Сколько повторять? Я не старался выяснить ее цикл. Я увидел это случайно. Много учителей это увидели. И Ли Сянь напомнил мне не раздражать Су, когда мы выходили, потому что девушки в эти дни очень вспыльчивы, особенно Су Ци. Ты мне веришь? Верю. Почему нет? Я говорю тебе чистую правду. Хочешь верь, хочешь нет. У тебя есть секрет? Секрет? Какой? Какой секрет? Господин Сян, ты знаешь, что не можешь скрыть свои чувства. Ты можешь мне все рассказать, пока я еще готов слушать. Я могу проанализировать все и вынести приговор. Со временем ты все забудешь. Да. Мы с Су Ци поцеловались? Это не то, что ты думаешь. Это было нечаянно. Я не пропустил ее к двери, она настаивала. Потом она толкнула меня и схватила за одежду. Мы упали на пол и... Понятно. Все в порядке. Все в порядке? Легко сказать. Это была случайность. Но это был мой... Первый поцелуй? И ты чувствуешь неловкость и панику, когда видишь Су Ци? Или не можешь думать ни о чем другом? Это всего лишь иллюзия любви. Это не любовь. Просто разыгрались гормоны. Нормальная физическая реакция на первый поцелуй. Тогда что такое настоящая любовь? Как всем известно, волнующее прилагательное. Волновать — это глагол. Это ты к чему? Например, госпожа Су Ци, волнующая девушка. Верно? Но это лишь показывает, что она объективна, уникальная личность. Другое дело — волновать сердце. Например, смогла ли госпожа Су Ци взволновать сердце Сян Дуннаня? Тут надо подумать. Волнующе волновать.
Я не понимаю. Тебе бы быть учителем словесности. Ага. Кто-то также сказал, я подхожу для преподавания. Кто-то? Кто? Друг. Мы же обсуждаем твою проблему. Да, продолжим. Волновать? Ты хочешь узнать, поразила ли тебя стрела Купидона? Но все просто. Просто посмотри ей в глаза. Глаза — это зеркало души. Только глаза могут сказать, вызывает ли она волнение. У тебя козявки в глазах. Ты не на прыжках с парашютом? Ты не болен? Нет. Кто тебе сказал, что папа болен? Извини. Это я. Наши дочери поссорились, что ли? Ты что, не знаешь собственных дочерей? Должно быть, Цици слишком нервничает. Да, может быть. Я не хочу сегодня в кинотеатр. Идем домой. Посмотрим фильм «Под открытым небом». Смотри, новый открытый кинотеатр. Один билет на двоих. Хорошо. Это, правда, немного далеко. Расстояние не проблема. Если моя жена хочет, мы отправимся на край света. Дорогая, ты только пристегнись, я буду ехать быстро. Поехали. Расстояние не проблема. Но вот скорость... Не отвлекай водителя. Ты меня отвлекаешь. Извини, сестра. Я не так тебя поняла. Пожалуйста, прости. Ты не будешь есть? Ты приняла мои извинения? Твоей вины нет, за что ты извиняешься. Но я неправильно тебя поняла. Ты была права. Ты что, не сердишься на меня? Этого недостаточно, чтобы испортить мое настроение. Хорошо. Но ты обманом меня заманила сюда. Не делай так больше. Клянусь, никогда не повторю. Прости. Закончила? Да. Моя очередь. Первое. Твой класс хорошо показал себя на конкурсе танцев. Поздравляю. Второе. Держи дистанцию. Сяндуннанем. Сестра, у меня с Сяндуннанем все не так, как ты думаешь. Мы просто соседи по комнате. Давай есть. Хватит болтать за столом. Спасибо. Побочная история. Ну как, вам нравится? Вам нравится домик?